Книга «Открытым оком». Тема «Праздники». Том 16. Вопрос 3034. Уходя в пустыню, подвижники обрубали все связи с миром и с тем, чему когда-то были причастны, и боролись за бесстрастие, и старались жить без удовольствий. Так неужели же всякое наслаждение запрещено Богом? А для чего тогда разные рецепторы в теле и в мозгах? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. На все пять органов чувств можем избрать то, что нравится, что дает удовольствие и что неприятно. А вот о пользе нужно бы подумать, что полезно, а что гибельно. Удовольствие и наслаждение могут встретиться, если они уже есть, но должны ли войти в нашу жизнь и какие? Библия даст нам абсолютно точный рецепт. Исайя 66:3. Заколающий вола то же, что убивающий человека. Приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса. Приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимиам – то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их. 2 Петра 2:13. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Титу 3:3. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидимы, ненавидели друг друга. Сирахов 20:5. Преданный сердцем удовольствием будет осужден, а сопротивляющийся вожделением увенчает жизнь свою. Евреям 11:25. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Как бы человек ни гнул душу свою ради утробного положения, но она все равно дает о себе знать даже у явного грешника. Римлянам 7:22. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Марка 6:20. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Наслаждение не запрещено, оно дается каждому, только нужно определить, нужно ли оно тебе. 1 Тимофею 6:17. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам все обильно для наслаждения. Псалом 36:11. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Зачем бы Бог давал все для наслаждения? Не для того же дал, чтобы с садизмом отвергали, считали финики поштучно. Почему не съесть килограмм фиников? 2 Паральпоменон 6:41. И ныне, Господи Боже, стань на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. Священники Твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и преподобные Твои да насладятся благами. 2 Маковейская 14:25. Убедил его жениться, чтобы рождать детей. Иуда женился, успокоился и наслаждался жизнью. И кто опровергнет, что праведный Иуда не то избрал? Екклесиаст 9:9. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Наслаждение обещано не только в вечности, но и сегодня, как мы прочитали. И в чем оно? 3 Ездра 2.
37. Верный дар примите и наслаждайтесь благодаря того, кто призвал вас в небесное царство. Истинное наслаждение – знать Бога, премудрость Божию. Премудрость Соломона 8.18. И в дружестве с нею благое наслаждение, и в трудах рук ее богатство неускодевающее, и в собеседовании с нею разум, и в общении слов ее добрая слава. Я ходил и искал, как бы мне взять ее себе. А если жить с ненавистью к жизни сей, отвергать все 5 органов чувств, то такая участь достойна слез. Екклесиаст 6.6. А тот, хотя бы прожил 2000 лет и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место? Всегда исходим из того, что есть, как будто в мире только ты остался. Есть я и Бог, и между нами крест, а крест – бушующее море из напастей. И не к тому в напасти прибегать, искать защиту в тленном, ненадежном. Ты на утесе, скрыты берега, и на ветру мороз тебя корежит. Тогда молитва искренна к Творцу, исходим из того, что нас лишь двое. Напиться только Он пошлет к утру росу, питание выброшено нам морским прибоем. Научимся надеяться на Бога, сумеем покориться, глядя в небо. Там мысленно вообрази, попробуй, хоть в ситуации такой, конечно, не был. Нет радио, нет книг и нет газет, о телевизоре смешно, преступно думать. И кроме Библии ни порошинки нет, лишь я и Библия, опять нас двое в сумме. Исходим мысленно, совсем не наяву, к Христу, к апостолам, заядлым экстремистам. После кораблекрушения остались на плаву, и так у каждого, кто вечному стремится. Не лучше, не нужно лишнего себе приобретать, затаривать пустяшным келье сердца. Иисус из Назарета, друг, неразлучный брат, мы на его любовь ответим ли усердно? Не каждый знает, как с Христом богат, имеющий в молитве дерзновение. Умеем ли давать, не только брать, здесь крест его и крестные знамения. Исходим постоянно из того, что есть, а со Христом мы входим в Царство Иеговы. Он слышит нас, оказывает честь, достаточен для нас с бессмертным словом. 21 февраля 2006 год. Игнатий Тихонович Лапкин.